скидок в одном из корпусов Северо-Восточного федерального университета. Ребята могут принять участие в конкурсе и выиграть главный приз, два пригласительных билета на концерт, посвященному Дню Святого Валентина, который состоится 16 числа в Сергеляских огнях в 17:20. Всех влюбленных, всех, кто любит, всех, кто уже с семьями находится, поздравляю вас с Днем Святого Валентина и желаю, чтобы любовь правила вашего дома.